Золото подорожало до максимума за 4 месяца. На торгах в Лондоне золото подорожало до 1327 за тройскую унцию. Цены на золото в среду, 10 января, достигли максимум за более чем 4 месяца на фоне ослабления доллара и сообщений о том, что китайские власти рекомендовали замедлить или приостановить покупки Treasuries. Об этом пишет Интерфакс Украина со ссылкой на Financial Times. Так, на торгах в Лондоне золото подорожало до 1327 за тройскую унцию. По данным агентства Bloomberg, сигналы из Пекина свидетельствуют о том, что Китай, располагающий самыми значительными валютными резервами в мире, готов увеличить вложения в другие валюты. Доходность 10-летних Treasuries увеличилась до максимума за 10 месяцев, превысив 2,59%. К слову, с начала года цена золота увеличилась примерно на 1%, в 2017 году спотовая цена драгметалла выросла на 12,8%, а фьючерсы на Нью-Йоркской бирже COMEX подорожали на 12,6%. Напомним, ранее цены на золото достигли максимума с начала ноября 2016 года из-за усиления политической напряженности вокруг Северной Кореи. По материалам сайта news.com.